Андрію, ви як блогер можете дати оцінку ось цьому черговому відео, так, від президента? Ми вже думали, їх не буде, тому що аудіо з'явилися, а тепер вже знову ж таки є відео. Відео плохое, картинка плохая. А ви що, як у Станіславській, не вірите чи що? Ну, блогерів розвелось в цій країні. Слушайте, да, оставьте ви блогерам блогерське, да, кесарю кесарю. Оставьте там, президент должен займатися своїм ділом. Ну, класно бути блогером. Сьогодні це, типа, модно, модно бути блогером. Ні, це не модно. Це складна робота, записувати відео, аналізувати, готуватися к ним. Но президент должен делать несколько другие вещи. И вот, когда мы здесь говорим про Конституционный суд, больше судей, меньше судей, институция, работает, не работает, парламент ли должен регламентировать, президент ли должен вмешиваться, хорошо бы про это поговорить с президентом. А президент поговорил, он сказал про 11 друзей тупец. Ну, типа, это смешно, это шутка, ха-ха, это не смешно, это не шутки, это Конституция, это институция, это сложные слова, в них нужно разбираться, пояснять, понимать позицию президента. Она у него позавчера была какая-то острая, четкая, даже такая серьезная. Сегодня, типа, вот как-то вот мы в шутки все перевели. Нет, это конституционный кризис. У нас пандемия, эпидемия полным ходом, пандемия идет. Война не закончилась. Непонятные действия его и его команды, и в целом, и правительства, и его как президента в отношении конфликта на Востоке, Крым, вода в Крым. Все на свете. Куча этих вопросов, которые нужно обсуждать с президентом. Он говорит то, что он хочет сказать вот туда, в камеру. А тут нужен быть диалог с обществом, диалог с политиками, диалог с экспертами, диалог, вообще диалог, это вопросы-ответы, не комплиментарные вот такие вот эфиры, как было на ICTV, да, все пришли и все говорят одно и то же. Четыре человека спрашивают у президента одно и то же, и президент знает, по виду видно, что они будут спрашивать и что нужно уже отвечать. Знаете, я потрапила, когда дивилась це, но я потрапила в свое глубокое дитинство, вот. Похоже на Брежнева, правда же? Вот, так. Ну, ні, то я опитання у Брежнева, ваше опитання не було, а у нього опитування було зараз. А, ну, дійсно, відмінність. І опитування – це таке ж саме, якась какая-то маніпуляція і от какой-то такой вот хайп. Ну, коли можна что-то сказати в камеру, что-то можна записати какое-то відео, щоб всколыхнулось общество. Оно всколыхнулось, но не сильно. І вже результати просмотрів відео Зеленського немного. Результаты этого всего. Социсследования, опросы, первые, второе и третье, которые мы получили на этой неделе. Рейтинг партии «Слуга народа» и всей команды туда, туда, в самый низ. Просто это рекорды. Партия рекордсмен в Украине по снижению рейтинга. Вы думаете, что самый ковид зиграл? Конечно, в том числе. И нарушение правил игры. Зеленский, имея полноту, полную власть, правительство, парламент, президент несет полную ответственность за происходящее в стране. И он сегодня со своей командой определяет правила игры. То есть этот весенний локдаун, правила игры. Ничего не работает, непродуктовые магазины должны быть закрыты. Что делал эпицентр? Эпицентр поставил возле касс гречечку, тут немножко макарон, тут тушенка. У нас продукты, все, можно работать. Тут цемент, правда, как бы в основном люди приезжают туда за стройматериалами, но тут у нас еще, если вдруг вам гречка нужна, тоже гречка. Квет поменять, это добавить вид деятельности, стоит 2000 гривен за полчаса. Так сделают все, правила игры были изменены. И сегодня эпицентр издевался буквально еще там вчера-позавчера над решениями правительства, над президентом. Типа, у нас будет 72-часовая пятница, понимаете? Андрію, я вам, до речі, дякую, ви можете як співведучий зі мною попрацювати, тому що ви фактично підвели от, до наступної теми. Ну, не тема, а такі бантика такого. В епіцентрі у відповідь на запроваджений карантин вихідного дня ввели 72-годинну п'ятницю. У своєму пості похвизувалися: продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки, є корм для тварин, завозимо пальне. Українці просто таки не змогли промовчати. Давайте ми подивимося такий от нас огляд соцмереж. Світлана Джоголик визначилась: відтепер вихідні тільки в епіцентрі. Ну, чому б собі не, ні в чому собі не відмовляєтеся. А от Леся Андрійчук вимагає зробити в епіцентрі кінотеатр. Ну, що це такий за гіпермаркет без кіно? Депутат 8-го скликання Борислав Береза зазначає, кінотеатр «Велюровий епіцентр» працює винятково у вихідні, а тепер ще й із карантинним присмаком. Блогер Іван Маронич уже уявляє, як закохані будуть призначати побачення в тому ж таки епіцентрі.
Руслан Гаркавенко виставив скрін допису в месенджер епіцентра. Чи можна замовити столик на суботу на 4 людини? В епіцентрі вже із цих вихідних в одному із просторі ресторан та фітнес-центр. Ось такий мем поширює сторінка «Баба і кіт». Утім, після ось цього от зашквару, так як ми кажемо, і людського осуду, на фейсбук-сторінці епіцентру з'явилася нова інформація. Мовляв, на час дії карантину вихідного дня мережа працюватиме в онлайн-режимі та видаватиме товари у центрах видачі замовлень торговельних центрів. Ось так от все. Тоді всі заспокоїлись. У нас тепер епіцентр буде працювати онлайн. Йдемо на коротку паузу, повертаємося до ефіру. Пане Андрію. Я луганчанин, я переселенець. І нас таких сотні тисяч. Можно обсуждать в студии, можно обсуждать в блогах, не знаю, статьи писать, вот то, что сказал Кравчук, так ли он сказал, или он имел в виду это, или уже не то, и уже очень сложно. Арестович потом объясняет. Арестович, в конце концов, вот буквально вчера, сегодня презентовал новый логотип, значит, украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Это достижение? Ну, в залежності, скільки грошей на це списали. Ну, так... Там же є стаття, розробка логотипу. Ви о чому взагалі всі, от, товариші, там, господа, Кравчук, Арестович, які є достижения? Какой логотип? Ви про що? Как мы будем домой возвращаться? Как будут там проводиться выборы? Как будет проходить деоккупация? Перемирие – это не окончание войны. Война с малой интенсивностью, и если, например, полгода стрелять не будут, или стрелять будут редко, то это не означает, что война закончилась. Перемирие не окончание войны. Это война переходит в фазу с малой интенсивностью боевых действий из-за каких-то политических событий. Это вовсе не окончание войны. Это не деоккупация Луганска и Донецка. Какие механизмы? Что вы... Полтора года прошло. Я стану президентом, мы закончим войну. Мы ее не начинали, эту войну. Нельзя с Путиным договориться, увидев в глаза мир, и сказать, Владимир Владимирович, не могли бы вы там как бы там вывести войска? А он скажет, ну да, хорошо, окей, выведу. Так не работает, его нужно заставлять это делать. Как вы его заставляете это делать? Шаги, о которых можно говорить, что, смотрите, так и так мы сделали то-то и то-то и то-то, и оно привело к этому, этому, этому. Это усиление санкций. В отношении России, это чтобы мы видели шаги России в этом конфликте, что она отводит войска, она делает заявление, что да, мы согласны на контроль границы. Можно снова говорить, что мы возьмем под контроль границу, а потом оттуда выходят все вооруженные формирования, и регулярные, и иррегулярные, наемники все выходят, а потом мы проводим там выборы, например. А с чего вдруг они будут выходить? Ну, мы за них решили, а что Путин или кто-то, представитель Путина, Песков или кто-нибудь другой заявил, что да, мы согласны, мы выведем оттуда войска, они даже еще не признали, что они там есть. То есть где же эти шаги, за которые можно похвалить Зеленского? Он в видосике говорит, нас хвалят, мы, короче, мы молодцы. В чем вы молодцы? Луганчанам объясните, берешь любого луганчанина и говоришь, вот смотри, 3 недели заявление Кучмы, заявление, вот, а замечательный логотип, классно, вот, смотрите, логотип какой разработали. Луганчанин говорит, ничего не понял, в смысле? Красивый логотип? Ну, хороший логотип. Мне нет претензий к логотипу. А как этот логотип мне поможет домой вернуться? Как это поможет оккупации, деоккупации Луганска? Как это? Каким образом это вообще влияет? Вы знаете, слушаючи... Вы разгоняете зраду. Треба спитати у Меркель, она краще знает. Так, ну, потому что Володимир Зеленский, до речи, от, пан Андрій говорит про санкции, но каким чином можно... продовжувати вводити, посилювати санкції, коли пан президент, спілкуючись із пані Меркель, каже, що в нас тиша. Пан президент заявляє, що в нас 109 днів тиша. Так, гине менше військових, але вони гинуть. Так, у нас є поранені, так, у нас стріляють, ми розповідаємо про це. Пан президент у своєму зверненні каже, чомусь телеканали ніколи не кажуть, коли тиша. Ми говоримо, пане президенте, ви, напевно, просто не дивитесь прямий канал, ну, вімкніть, подивіться. Ми таки говоримо, коли дійсно в нас буває, що тихо, там за ніч немає жодного пострілу. Все ж таки, я не розумію, мені здається, що от коли пан Кравчук про це говорить, для нього це так елементарно і легко, коли йдеться про амністію, так? Коли йдеться про розслідування ну, надзвичайно складних справ та злочинів, ну, цього визнаємо, тих не визнаємо. Ну, тобто, якось надзвичайно все просто. Слова, в мене ще є буквально одне питання до Андрія Луганського. Якщо, я не знаю, чи можна коротко відповісти на це питання, так? Яким чином можна реінтегрувати Донбас?
Я кажу, там сложного. Как будто бы это так прям сложно, очень даже сложно. Мені здається, що складно. Краматорськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Славянськ, Маріуполь частично, да, були окуповані, освобождені від російських окупантів. І які сложності з реінтеграцією Сєвєродонецька у нас сьогодні? Ніяких. Але ж ми бачимо по результатах виборів теж. Сложно. Результати виборів – це внутрішня політика України. Да, результаты выборов отличаются от результатов выборов в Тернополе и во Львове. Но так было всегда, это обычная ситуация. Это внутренняя политика, да, географически расположение ближе к Российской Федерации накладывает свой отпечаток и на экономические процессы, и на политические в том числе. Но у нас есть сложности с Сєвєродонецьком сегодня? Нет. Какие у нас сложности с Сєвєродонецьком? Никаких. С Лисичанском тоже никаких. Там нет вооруженных людей, которые берут в заложники сотни, десятки тысяч, сотни тысяч людей и, прикрываясь ими, шантажируют целую страну, целое государство. Какие у нас будут проблемы? Никаких проблем не будет. Российская Федерация выводит свои войска, забирает танки, грады свои, забирает артиллерию, вывозит эшелонами эту всю технику. Там на территории Луганской и Донецкой области на сегодняшний день, которая не контролируется правительством, которая оккупирована Российской Федерацией, танков, согласно данных ОБСЕ, больше, чем у Бундесвера, у Германии по количеству. Вы понимаете, какие у нас сложности? У нас сложности это танки на самом деле. Вот и все. Ну, они выведут танки. Почула, пан Андрій, чому питаю? Тому що ми маємо певні результати отак у Слов'янську, і людей це здивувало, обурило, тому я мусила вас запитатись. До речі, якщо повернемося до теми місцевих виборів. По результатам місцевих виборів і сразу же опроси після уже виборів, да, парламентських партій, показали следующее, що реформа децентрализации прошла в головах избирателей. И на местных выборах избиратели голосуют за местные партии, местные проекты, за мэров местных, и за их, и поддерживают их депутатов, которые мэр говорит, вот за меня проголосуйте и за моих депутатов. И тогда мы тут будем решать местные вопросы, вопросы дорог, школ, садиков и так далее. И казалось бы, есть и всеукраинские проекты такие на местных выборах, они вроде бы как будто бы набрали бы много голосов. Но тут же опросы показывают, что избиратели разделяют местные выборы и местных депутатов, и депутатов народных парламента, которые отвечают за государственную позицию и в целом за всю страну. Поэтому избирателя сегодня обмануть все сложнее и сложнее. И они уже не ведутся на какие-то просто билбордики, бигборды, рекламу и так далее. Они понимают, что на местных выборах они голосуют за мэра. Это дороги, школы, садики, местный бюджет. А на выборы в парламент нужно голосовать за государственные партии. И это очень классно, потому что многие сомневались в том, что наши избиратели вообще понимают, что происходит, реформа, децентрализация, прошла ли она успешно. Успешно прошла, все в порядке. Народ во всем разобрался, и дальше будет лучше. Несмотря на то, что кажется, что все не очень даже и хорошо. Что відбуватиметься тоді на сході нашої країни, якщо от за інформацією пані Шевченко, так, люди, які мають на сході нашої країни російські паспорти, ну, зараз закликаються фактично найманцями, такими миротворцями у Нагірний Карабах. Ничего не изменится. Они ездили до этого в Сирию, возвращались и в командировочку съездят туда, поработают там миротворцами, и все, ничего не изменится. Никаких это, ну там, 2000 человек, да, их можно на Донбассе набрать за два дня, таких 2000 человек. Там нищета. Люди работают, да, наемниками в российской армии оккупационной за 15 тысяч рублей. Це що на українські гроші? На наші гроші, гроші, ну пусть це там 6 тисяч гривень, 7 тисяч гривень. Вот така зарплата. Нічого не поміняється. Но когда ти слышиш словосочетання «російські миротворці», це на самом деле так смішно, в отношении Російської Федерації всі страны, которые имеют такую возможность, накладывают санкции разные. Дипломатические, экономические. Кто-то запрещает поставки своих товаров в Российскую Федерацию, запрещает своим компаниям работать. Несут от этого, конечно же, какие-то убытки и неудобства, но тем не менее. А чем Россия может ответить вообще миру? Она хочет быть геополитическим таким игроком, серьезным, и тоже влиять на геополитику, геополитические вообще процессы. А что она производит, Российская Федерация? Что она делает? Технологии? Нет. У них есть нефть, природные ресурсы, но это не имеет отношения к самому обществу и к государству. Просто у них в земле там лежит нефть, ее можно продавать, и газ. Но уже и
Век нефти и газа заканчивается, все это понимают, да, вот электромобили это, и все это чекайте, и так далее. Это же очень далекая перспектива. Тем не менее, это перспектива, Андрею. То есть никто не делает ставку на то, что с Россией нужно дружить, прям обязательно-обязательно, потому что нефть и газ купить больше негде. Есть где купить. Соединенные Штаты сейчас будут продавать сжиженный газ там, например. Ну, даже не в этом дело. Россия должна что-то предлагать миру. И какие-то тоже должна вводить санкции свои. Она вводит санкции в отношении своих жителей и говорит, ах так, тогда мы запретим своим покупать у вас продукты и лекарства. И пусть они мучаются, а вам будет стыдно за это. Вот такие вот санкции. Россия отлично, идеально производит войну и терроризм. Идеальный вариант вообще для России. Она производит войны, терроризм, она шантажирует всех. Если вы вот тут вот не это, тогда мы тут начнем войну. Вот вам Сирия. Вот вам Молдова, вот вам сегодня Карабах, и сегодня вот этот вот конфликт, мы еще и там будем. Вот вам Донбасс, вот вам Крым. А вот вам Сирия, если вы будете плохо себя вести, мы там снова начнем бомбить, захлестнет Европу новая волна беженцев. А если вы не хотите вот так, тогда давайте как-то с нами договариваться. Ну, фактично. Вот и весь шантаж. Росія производить війну. Ясно, але світовий терорист, так? Якщо ви вже там згадали Сполучені Штати, все ж таки, мені знову ж таки хочеться згадати Трампа, так? Який, ну, пригрозив фактично Ангелі Меркель, Німеччині за Північний потік. А зараз побачимо, яка буде ситуація. Так, пане Андрію. У вас позиція стосовно МВФ, прям як у Голобородька в серіалі. Воно, типу, а з реальністю сьогоднішнього президента, його політики, воно так не сходиться. Стосовно Байдена і, так, і Трампа. Зрителі завжди спрашують, так ми за кого? Ну, некогда разбираться, кто для нас хороший для Украины. Мы за Байдена или за Трампа вообще в целом? За кого нам тут топить? Вы считаете, что украинцы добро разобрались? Если бы все люди, которые в Фейсбуке участвовали в этих всех дебатах по поводу, кто же лучше, кто же хуже, кто из них красавчик, кто нет, получили бы возможность голосовать на выборах в Соединенных Штатах, то у нас была бы явка выше, чем на местных выборах. Потому что, ну, все разбираются в этой политике, все заняли какую-то позицию. Слушайте, но кто у нас должен определять позицию Украины в целом. Мы, как Украина, мы кого поддержим? Байдена или Трампа, например? У нас есть для этого должность целая. У нас есть президент, который определяет... А вы считаете, что Украина должна таки визначитися, підтримувати? У нас есть президент, который определяет и осуществляет политику. В чем она должна заключаться? Только глупость была бы огромная поддержать какого-то одного из кандидатов, потому что это не наше дело. Ни один из этих кандидатов не высказывался против Украины. Ни один. Никто не говорил, что Крым – это Российская Федерация. Не было такого. И Трамп поддерживал Украину, и Байден еще больше. То есть наша задача была какая? В момент выборов, в предвыборной гонке и сегодня поддерживать всех. Говорит, мы поддерживаем демократию в Соединенных Штатах. Мы поддерживаем выбор американского народа. Не вмешиваемся в выборы ни в коем случае. А тому вчера закрыли там днями криминальную справу. А как теперь будет делать, что будет Зеленский, как он тебя будет вести теперь, исходя из тех событий, пленки Деркача? Пресс-конференция Зеленского, где он на следующий же день после публикации пленок Деркача заявил о том, что генеральный прокурор уже открыл уголовное дело относительно вот этих разговоров Байдена и Порошенко, да, которые опубликовал Деркач. Министерство юстиции Соединенных Штатов признает Деркача агентом российских спецслужб официально, на официальном уровне, при президенте Трампе еще. И какая наша позиция? Мы выглядим очень плохо на самом деле перед Соединенными Штатами. Мы вмешивались руками наших политиков. Окей, да, они, Деркач, это представитель спецслужб Российской Федерации, но он действующий народный депутат. И президента была задача сделать так, чтобы пресечь эти все попытки и не позволить втянуть Украину в эти внутриполитические игры США, потому что в итоге он сделал неправильную ставку. А это чревато ошибка, она чревата последствиями. Вот это плохо, что президент, который определяет и осуществляет внешнюю политику, у него нет времени на стратегическое мышление. А что мы будем делать весной следующего года, летом? Нам нужна поддержка США в целом, а не конкретного политика. В целом. А Зеленський, вибачте, він сказав чітко в інтерв'ю про те, що у нього немає підтримки ні щодо Трампа, ні щодо Байдена.
Тобто... А на прес-конференции он сказал, что, насколько ему известно, уже вечером генеральный прокурор, который уже на 200% свой человек, тот был на 100%, это уже на 200%, открыла уголовное дело, и там вот типа Порошенко будет от АТО. Официально генеральный прокурор незалежний від президента, він сам відкриває. Тобто тут американці, я думаю, зрозуміють все прекрасно. Є Зеленський, є генеральний прокурор. Если бы он тогда, в момент пресс-конференции, прокомментировал, что мы, как Украина, я как президент, мы не имеем права вмешиваться, тем более у них предвыборный процесс. Но мы, согласно закону, согласно всех каких-то правил, будем действовать согласно в рамках закона, я разберусь. И мы оказываем поддержку всем и американскому народу и высказываем глубокую озабоченность, как он должен был сказать. Само це було і сказано. Ничего подобного. Не, на пресс-конференции було, он сказал, что, как, насколько я понимаю, там АТАТА государственная измена. Ну, вот в чем дело. И реакция на заявление Министерства юстиции Соединенных Штатов и введенные санкции в отношении Деркача не было до сих пор. Вы трішки про різні прес-конференції. Насправді, ви трішки про різні прес-конференції говорите. І пан Павло, і пан Андрій таки мають рацію, але просто прес-конференції були різні.